Гешенька, Геша, Зая, привет, ты упаковался в сумочку, ты упаковался, а что там такое, там пахнет чем-то, или тебе просто нужно тихое местечко, да ты мой хороший, да ты ж мой маленький. Нравится тебе там, да? Бубленька моя, хороший. Ну ладно, отдыхай, не будем тебя трогать. Ушки. Слышит ведь меня. Когда стоишь с кормом в руках, даже два раза повторять не надо. Моментально. И слышит все, и видит все. Да, а тут прям равнодушный кот. Но это значит, надо уходить. Нет, не надо. Или надо? Какой профиль у нас? Ты мой золотой. Ты золотуся. Ну ладно, давай, не буду тебя отвлекать. Ой, какой красивый.